переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Нет, стойте! Я не могу ее оставить! Умоляю вас, спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там же мой ребенок! Не смейте ему где его спать! Да херня это все! Мои бойцы наготовят, дать уже приказ! Мое имя Конор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. У этой машины ранее уже случались сбои? Да без понятия. Это важно? Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Был ли у него недавно эмоциональный шок? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Thank you.
Палит, ублюдок. Не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Я пришел тебя выручить! Thank you.
Я тоже андроид, как и ты. И я тебя понимаю. А мне-то какая разница, что ты андроид? Ты на их стороне! Ты не можешь понять, что я чувствую! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушкой, которую можно выбросить, когда доест. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула. А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет! Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. Вот! Я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне.